Происшествие произошло на первом этаже рядом с кабинетом флюорографии. В разгар приема на полу оказалось около 9 потолочных панелей. При падении панели никого не задели, да и вреда персоналу и посетителям они причинить не могли. Все детали легкие, говорит руководство поликлиники. Администрация медучреждения оперативно среагировала на происшествие. Уже сегодня потолочные покрытия восстановили. Напомню, в 2017 году в поликлинике был сделан капитальный ремонт по принципу бережливой поликлиники. Это экономит время пациента и оптимизирует его перемещение по лечебному учреждению. Однако в программу ремонта коридор, в котором рухнул потолок, не входил. Его сделали значительно раньше, и гарантийный срок уже истек. Точные причины обрушения неизвестны, но дефектов на потолке не было. Возможно, ведутся у нас сейчас очень серьезные строительные работы, утепляется здание, женской консультации, тяжелая конструкция устанавливается на крышу перехода. Но, скажем, никакое перекрытие нигде не нарушено.